Я прекрасно понимаю, чтобы изжить в себе, в своем обществе сегрегацию Соединенным Штатам Америки, нужно еще какое-то время. Но я хочу еще раз сказать, что если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, журналистами из России и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали. Мы сделаем специальные места для так называемых журналистов из Соединенных Штатов Америки. Это поведение недопустимо. Если раньше, еще буквально несколько десятилетий назад, в один автобус в Соединенных Штатах Америки не пускали людей с разным цветом кожи, то это надо изживать в себе, а не возвращаться к порочной практике в начале 21 века, деля журналистов по странам и национальностям. Это журналисты, которые выполняют свою работу. Да, они, конечно, имеют национальную принадлежность, они, конечно, приехали из Российской Федерации. Но на основе принадлежности к стране вы не имеете права отказывать им в доступе к информации. Еще раз говорю, что еще раз это повторится, мы сделаем места для журналистов из США. Специально отведенные места, чтобы уже ваши журналисты почувствовали, что это такое –